Всем привет, дорогие друзья. И Ну что усатый ж, по муравейник, многочисленным спасибо. просьбам я снимаю продолжение прохождения Minecraft, вторая серия. Очень долго меня люди просили, очень сильно просили. Так, ребят, Под каждым ну роликом. давайте так, по-быстрому видос этот посмотрим и идем в хорроры. Чуть ли не каждый второй комментарий это когда продолжение прохождения. О, тут Собственно, уже вот тайм-коды. Оно. А, блядь, Сегодня есть. А, у вот. нас много работы. Нас ждет много дел, поэтому Ебать. давайте не будем тратить время и скорее окунемся в игру. Я уже по ней соскучился. Так, вот. Давайте сначала вот. Ну, тут мое метро, видите, да? Это вот в первой серии мы строили. Сегодня нас ждет, я думаю, несколько новых станций. Ну вот оно. А да. Чё оно зависло-то? Так, давайте пока домой схожу. Подожди, я не понял, блядь, тут ошибка по захвата инвентарю. Окна. Ой, где-то подожди, зомбарь тут блядь. рядом. Все, последняя стенка осталась. Так, надо сейчас факела посчитать, подождите. Надо их сейчас поставить. Куда он стреляет? Большая. Пиздец, он чё, реально записывал видео 7 дней, 13 часов, 21 минуту, 26 секунд. И не заметил, что у него не записывается экран? Видимость где-то 10 сантиметров. Охуеть. Вот это ему, конечно, не повезло. А в тайм-кодах чё тогда? Затерянный город, ну-ка. А как он понял? Минск? Чё, блядь? Мне его хватит вообще на всю жизнь, наверное. Причём тут Минск? Страницу перезапустим, бай. Нет, у него проблема, реально. Так. Пошлите с грядкой уж. Где сосиска? Так может на это... Я уже в конце той серии... Это вообще нашел не тот способ, как быстрее передвигаться на метро. Это надо зигзагом, короче, строить, чтобы оно по диагонали. Илон Маск. Алмазы лучше дайте. Причем тут Илон Маск? Да нафиг мне этот, блин, редстоун? Чего его так много здесь? Здесь нет Илона Маска, блядь, что за пиздец? Я уходить вообще буду, он долго копается. Это аудиокнига. Пиздец. Ладно, хорошо, я понял. Ну, я буду ждать тогда другое видео, потому что это, ну, что-то как-то такое себе. А что тут еще есть у Крипера? Нет. Шашлык из банкомата Киви, чего? Всем привет, сегодня будет рецепт, как пожарить терминал. Ну, прям рецепт я не говорил бы так, но тут на самом деле все просто. Как вы видите, нужен, собственно, сам терминал, очевидно. Ну и уголь, как для любого шашлыка. Уголь у нас уже есть, терминал у нас уже есть. Собственно, больше ничего, по сути, не надо. Можно там какие-то специи, соусы, маринады, но это уже, скажем так, сентименты. Можно обойтись этим. Ну, сейчас будем... Давайте начнем с основы. Ну, ты прям... Эх, раньше было круто с терминалами этими. А что, больше нет терминалов? Зачем таким напором сейчас все средства израсходуешь? Ну, ты же сказал не жалеть. Нет, так не жалеть, ну зачем так сильно? Оно уже кончается. Хорошо, сейчас послабже. Вот, так лучше, да. Ну, все как заказывали, в лучшем виде. Ой, блядь, сильный башмак какой. Ну все, пропитался. Это все постановка, выполнена профессионалами. Не повторять. Ладно, не буду. Но я и не найду здесь киви терминала в Америке. Затрещал, слышишь? Ага, да-да-да, пошли угли. Активируется, давай, ждем. КМС пока сработает. Где хоры? Ну все. Да сейчас будут, заебал орать, сука, чмо. Так, подожди. Он ровно стоит? Да их что-то надо поправить, наверное. Давай туда его. О, еще. Нахуй мы еще? Это вообще сложно, блядь. Чтобы он ровно поражает. Реально чушь какая-то непонятная.